хочу пригласить наших самых младших выпускников нашей церковной приходской школы. Пожалуйста, приходите. Мы с вами сегодня празднуем Рождество Христово. И наши дорогие ребята сейчас прочитают вам стихи. Я не умею считать. Я знаю, что праздник настал день рождения Иисуса Христа. Что Христос людям радость и счастье принес. Хорошо, что ко всем он пришел, и что есть Рождество, хорошо. С добрым светлым Рождеством, что уже студит давно, распахните шире дверь, вы уже любви, надежды, вере. Распахните шире двери, вы любви, надежде, вере. Давайте похлопаем нашим мальчикам. Мы очень рады видеть вас таких нарядных. Посмотрите, какие вы красивые у нас. У нас тут не девочки, а прямо принцессы. Не мальчики, а принцы. Красота какая. Но мы так и делаем, правда? Когда у нас день рождения. У кого был в прошлом году день рождения? Поднимите руки. Кто праздновал день рождения? Вот. Вот. Мы все праздновали день рождения. А сегодня мы празднуем день рождения маленького мальчика, который родился давным-давно, и он еще и Бог. И этот маленький мальчик родился нам на спасение. Он пришел в этот мир, чтобы научить нас, как жить, как себя вести, как слушать маму и папу, и как поступать. Очень сложно жить в этом мире. И от него мы учимся, у него мы учимся. А сегодня мы празднуем его день рождения. И вот мы с вами оделись понаряднее. Как вам нравится мое платье? Нам сарафан какой, а? Наши усилия решили, да. Мы оделись понаряднее, пошли в церковь, помолились, причастились, поздравили друг друга с праздником, даже подарили друг другу подарки. А теперь пришли сюда, чтобы праздновать этот праздник вместе со всеми вами. Добро пожаловать! А скажите, пожалуйста, кто у нас любит петь? Нет? Кто любит петь? Ой, как много! Очень хорошо, мы все будем петь. И петь не просто песни, а песни, которые называются «Колядки». Ну-ка, мама и папа, покажите, кто знает, что такое «Колядки»? Поднимите руки. «Колядки», да, это песни, которые прославляют Иисуса Христа. Традиционно мы с вами в наших странах, там где-то, да и здесь католические люди тоже выходят, поют «Колядки», прославляя Иисуса Христа, мы называем Христославы. И вот я попрошу наших Христославов, учеников нашей приходской школы, выйти, пожалуйста, и мы с вами будем петь «Колядки». А еще я хочу пригласить сюда настоятеля нашего храма, нашего дорогого любимого батюшку отца Бориса. Добро пожаловать, батюшка. Вам слово. Всем поздравляю с праздником Христова. Желаю вам всего наилучшего, радости духовной. И в следующем году у вас все было благополучно. Девки, вы сейчас поете колядки. Это старые традиции. Степане, Романа. Вам и учим вас. Вы продолжали бы в эту Софию, Родиона, всех и Богдана. Степане, спасибо большое на добром слове.
свете, слышу на целом свете, от него душа светла. Елка золотом сверкает, верхом блестка крепко. И зовет, я это знаю, ангел слов. Птички кормлены пшеницей, радость, смех и суета. Все поет и веселится в ожидании Христа. Поплатившись всей землей, счастье людям он принес. Все сеют, все легон. Денис, рождается Христос! Молодцы, спасибо, ребят. Well, что ж, прекрасно спели? А скажите, пожалуйста, кто еще знает традиции, которые на Рождество у нас приняты? Ребята, молодцы, хорошо постарались, так пели. Очень замечательно. Мы с вами будем учить наших детей, а они, может быть, глядишь, научат своих детей хранить эти драгоценные традиции, которые приводят семью вместе. А еще традиционно на Рождество рассказывали истории. История о жизни Иисуса Христа, о жизни святых, о чудесах и разные сказки. А скажите, пожалуйста, кто любит сказки? Кто любит сказки? Ну как, кто любит сказки? Да? А какую сказку вы больше всего любите? Какую сказку любишь больше всего? А вы какую? Ой, хорошая. А это какая? Какую сказку любишь больше всего? Ой, какая хорошая. А вы какую сказку любите? Ага. А знаете что? Ну-ка, ребятки, девочки и мальчики, выходите сюда. Все выходите. Выходите все. Сейчас мы с вами поиграем. Выходите, да. Ой, какие вы у нас красивые и нарядные. Да вот, что мы будем сейчас делать, тетя Катя, смотри. Я сейчас, ребята, буду загадывать какой-то сказочный персонаж, а они мне будут показывать. Robert, can we have music, please? Ну-ка, давайте-ка вы мне покажете, как у нас сказочные зайцы прыгают. Ну-ка, покажите. Ой, какие хорошие! Ой, какие зайцы! Прошу. Жил в далекой стране человек один. Православный.
И был дом всегда для друзей, и старались они всегда помогать тем, кому нужна была помощь, и делали дела во имя Господа Иисуса Христа и Богородицы. Все приходили, как положено, за всей семьей Богу молились. Так и жили, на Богу уповая и с молитвой в душе. Среди святых угодников Божьих особенно этот человек почитал святителя Николая Чудотворца Мариинского и всегда обращался к нему с молитвой и за помощью. А один раз в год, в декабре, незадолго до Рождества, христианин и его жена устраивали большой эфир и открывали дверь своего дома для всех желающих праздновать с ними. Бедный, богатый, знакомый или нет. Так шли годы, дети выросли и поразъехались по другим городам и далеким селам. Благодарю.
пенсионерка ходит помолиться. Посмотрел на знакомый свидетель Николая Чудотворца. И вдруг вспомнил, где он видел этого доброго господина. Даже ночи его лицо, как же я не догадался. Кто мне даст денег за старого? Это чудо, чудо из чудес. Слава тебе, Боже, слава тебе и святой Николай Кузьмин. Чудесную помощь. Поблагодарили они святого Николая и устроили праздник в праздничный обед. Пришли гости, друзья и знакомые. И все удивлялись чуду и произносили хвалу Богу. Все это не сказка, а было это на самом деле. Жили христианин и жена безбедно с тех пор, как прежнему ходили в церковь, да Богу молились, как и прежнему помогали, чем могли, кому надо было, и по-прежнему устраивали обед в честь святого своего покровителя. В декабре задолго до Рождества. Ну как, ребята, понравилась вам сказка? Только не сказка это вовсе. А где твои Христославы? А было это на самом деле. И было это на самом деле в далекой стране. И эта история описана действительно летописцами. Так что читайте, удивляйтесь и радуйтесь во славу Божию. Давайте похлопаем нашему юному актеру. Так, ребятки, мальчики и девочки, скажите, пожалуйста, вот петь вы любите и танцевать вы любите, а вы когда-нибудь пробовали петь и танцевать сразу? Нет? Ну-ка, выходите, давайте попробуем. Давайте попробуем, быстренько выходите. Богдан, идите сюда, вот с этой стороны. Идите с этой стороны, молодцы. Мы вам сейчас будем что-то показывать, а вы повторяете. Мы с вами тогда сможем и петь, и сразу. Ну-ка покажите, где у нас ладошки? Ну-ка, где ладошки? Так, а хлопать мы умеем ладошки? Да? Молодцы. А где у нас ножки? Топать мы можем ножками? Ну-ка. Молодцы, хорошо топать. Ну, а сейчас мы проверим чувство ритма. Ну-ка посмотрим, кто может топать. Три раза. Раз.
Добро пожаловать в наши снежиночки! Thank you.
Ребята, говорят,
мы встречались год назад. Все опять увидели нас. Подросли, большие стали. А меня-то хоть не знали? Я такой же все, седой, но совсем как молодой. И готов пуститься в пляс вместе с вами вот сейчас. Вот, замечательно. Мы так рады вас видеть, Дедушка Мороз. Добро пожаловать. Я вас рад видеть. Какого у нас елочка, Дедушка Мороз? О, какая хорошая. Какие ангелочки на ней красивые, молодцы, постарались, нарядили. Только не порядок, почему на ней огоньки совсем не горят? Это нехорошо. Ну вот, мы все проверили уже, и в розетку воткнули опять, и все проверили, не горит елочка. Но вы же знаете, надо всем постараться. Повторяйте за мной. Раз, два, три. Елочка, горит. Хорошо. Раз, два, три. Елочка, горит. Нет, тут не горит. Дай Бог кричали, мне так кажется. Ну-ка, еще раз. Мамы и папы тоже помогали. Ну еще раз. Какая же привычка, я вот собираю. Договорились.
красиво. Ну, еще какую-нибудь минуту, по крайней мере. Девочки, приготовились, и дедушка Мороз.
написать стишок для тебя, девочка Мороз. Вот, вот она. Представить вам помощника регента нашего церковного хора Кристину Хендерсон. Вот, пожалуйста, похлопаем. А сейчас я предлагаю всем спеть торжественный тропарь в честь Рождества Христова. Кристина, пожалуйста. Thank you.
едой, пока ребят. Когда конкурсный час, Рождество твое поют, Христос славы, раздается, там идут.